Всем привет! Сегодня у нас 7 июля 2024 года, что просто было примерное представление, когда мы снимаем это видео, так как видосики смотрят в разнобой, бывает и такое. И я продолжаю вам показывать наличие шаблюль. Все, что я вам показываю, это у меня в коробочках, и можно купить это, собственно, прямо срочно и сейчас. Сейчас только мы разберемся, что это такое. И тогда, о, все, я поняла, это медальон на военной цепочке, иди сюда, так, все, сделала. Значит, у нас есть несколько видов медальонов, которые закрываются и открываются вот так вот, в легком, так сказать, бреющем полете, не закрывается, как защелка, замочком, а просто вот прикрывается крышечкой. Здесь у нас есть петельки для фотографий, чтобы вставить. И так как мы это называем цепочка шариками, мы ее называем военная, потому что в Израиле вся у нас военная. Братья наши носят свои именные медальончики на таких цепочках. Мы, конечно, не на серебряных, а на каких-то там металлических, но форма такая же. Значит, это у нас стоимость этого медальона. Вот его артикул 43.30, и его стоимость $55, и цепочка медальон. Так, пожалуй, переходим дальше в кольца. Колечки. Я остановила свое видео в прошлый раз, если я не ошибаюсь, на вот этом вот кольце. Я вам еще раз его покажу, и мы с него и начнем. Это зеленый такой золотой шикарнейший лабрадор. Это камни, которые я предоставила в шаблюль. Стоимость $51. И в прошлом видео у нас был такой же серафинит. Прошлое видео 2 дня назад, я имею в виду, которое снималось. Размер этого кольца 18. И такое оно у нас красивое. Я знаю, что очень многие любят именно синий лабрадор. А вот я почему-то люблю именно зеленый или золотой. Ну, конечно же, редкий лабрадор розовый, когда бывает, девчонки просят, сразу забирают, если попадается, но крайне редко. Но бывает. Лабрадор, конечно, камень с характером. Нельзя заказывать, не видя камней, потому что лабрадоры просто тысяча версий, что называется. Разные, как женщина. Вот такое вот красивое, на мой взгляд, интересное кольцо. $61. Девчонки, я его хочу по скидке за 51. 19 размер и на черненой такой тарелке вогнутой, как вы видите, вот такой интересный сверху рисунок. Кого интересует, забирайте. Были такие и с золотом, но остались 2 кольца с серебром. $51 по скидке и 19 размер. У меня сейчас должно быть, по идее, такое же еще, но немножко с другим рисуночком. Я когда на него наткнусь, я обязательно вам его покажу. А пока мы будем смотреть, вот я вынимаю из пакетиков подряд все. Значит, ты кто такой? О! Это кольцо уже было в одном из наших видео, и девчонки, его даже на него стояла очередь. Потом кто-то из первых не подошло по размеру, и как-то я уже не помнила, кто просил. Поэтому, девчонки, очень большая просьба. Если вам что-то понравилось, но вы второй или третий в очереди, не отчаивайтесь. Просите меня через 2 недели после видео. Очень часто бывает, что украшения от него отказываются. Я-то не могу запомнить всех. И оно вот так вот и остается такое невостребованное. Значит, это у нас зеленый аметист. Золотой 14 какой-то. А, это 9... Нет, простите, 14-каратный цветочек. Вот он. И $94 стоимость. Разумеется, из-за вот этого цветочка золотого сразу выследит цена. 18 размер, но кольцо очень красивое.
зеленый аметист прозиолит и золотой цветочек. $94. Девчонки, я хочу на него тоже сделать скидку, что у меня такое сегодня настроение, игривое, так сказать. $5 могу снять, $89, соответственно. Если кому-то это, как говорится, сделает погоду, то забирайте. Так. Было 5 одинаковых колец с разными вставками, осталось 2. Вот потихоньку их разбирают. Это тоже модель, одно время очень была популярная. $56 с лунными камнями, 18 размер. Вот эта ветка посредине, такой лавровый венок, ее можно сделать и в золоте, кому хочется. Но тогда, ну, конечно же, сразу подбросит вверх стоимость. Вот в данном случае это 18 размер, $56. И у меня есть еще одно такое же. Сейчас, если наткнемся, то я вам его покажу. Ну, а если не наткнемся, то не покажу. А как я предсказуемо себя веду, правда? Так, смотрите, что у нас тут. А, вот это кольцо, оно мне очень нравилось. Кстати, к нему есть комплект. К нему, по-моему, сетки есть. Такая тарелочка золотая, золотое такое, как-то сказать, соцветие какое-то, такой цветочек напаянный, 14-каратный Продесса. Стоит это дело довольно дорого. Ага, сколько оно стоит, теперь мы не знаем. Это мы, потому как написано у меня 143 и зачеркнуть непонятно. Девочки, если кому-то нужно, кому-то нравится такое кольцо, я узор переспрошу цену. 18 размер, ну, как вы видите, оно из-за тонкой шинки немножко многомерит. Ну, вот можно вы и на 18, и на 18,5, и 19. Стоимость спрошу. Золотая 14-каратная напайка сверху, довольно мощная. И еще раз, я помню, точно в каталоге Продесса есть к нему серьги для сета. Так, сейчас мы еще что-то интересное поищем здесь. О, еще одно лабрадоровое кольцо есть, $51. Оно, нет, тоже 18, нет, не похоже. Девчонки, сейчас я его покажу без дергания рук, секунду, я только его промерю. 17,5. О, вот теперь я его, не двигаясь, покажу. 17,5. Лабрадор. Немножко напоминает Юпитер и его экватор. Так что, кого интересует, $51. Тоже можем сделать на него скидку в $5, $46. Девчонки, израильтянки, напоминаю, курс 3.4 на израильское серебро. И там, как правило, еще 15 шекелей. Это часть НДС. Так, $186. Почему так дорого? Сейчас объясню. Все это очень просто объясняется. Дело в том, что вот эта вся голова, она золотая полностью. Это все золото. Хочу сказать, что цена эта, во-первых, старая, то есть после этого еще поднялась цена и не раз. Во-вторых, на эти украшения Зоар в свое время давала мне еще 15% скидки. То есть это кольцо, несмотря на его стоимость $186, сейчас стоит далеко за 200. Так что если кому-то оно нравится и кто-то думает на будущее, если покупать его, заказывать по новой, то оно обойдется намного дороже. Просто имейте в виду. Вот это вот вся чашка, включая вот эту нижнюю часть, это все золото. Так что, девчонки, это фундаментальная вещь.
Размер у нас получается 18,5. Ну, оно так, в принципе, идет. 18-25 точно. Очень красивое, богатое кольцо. Я могу сделать на него тоже $5 скидку, так просто для того, чтобы было приятно. Но, девчонки, это его цена уже просто бросовая, оптовая. Итак, 181. Далее. Ты кто такой? О, его откладывали, помню, и почему-то в итоге не выкупили. Тоже с золотом, $145. Это тоже из золотой серии. Значит, тут золота тоже довольно много. Вот это вот все, то, что опоясывает камень, это все золото. Тоже 18-18,5. Такой современный, аутентичный, между современным фрейформом и каким-то таким все-таки восточным, каким-то секретным, сказочным веянием обвивает этого кольца, как из сундуков Али-Бабы. Али-Бабаевское колечко. $145. Девчонки, ну давайте на него тоже сделаем скидку, скажем, в $6. Как это я так сейчас? Оба. Чтобы было 139. Вот, чтобы было приятней. Далее. Значит, смотрите. У нас... сейчас я вам покажу кое-что. У меня есть кольцо. Это кольцо, девочки... Был заказ, оно маленькое. Я вам его почему сейчас показываю. $39 оно стоит, в артикул 693. Это, в принципе, заказ, оно не в продажу, но пока что. Я должна у девочки еще раз выяснить, она его забирает или как. Но, в принципе, это был заказ. Но фишка в том, что у меня есть часы к нему. Значит, часы тоже заказ, но пришли короче, чем мы просили. И сейчас переделывают нам вот такие же точно новые. Для девочки, которая ждет. А эти часы, соответственно, в продажу. И смотрите, я вдруг случайно обнаружила, когда готовила посылки, что это же, собственно, сет. То есть можно сделать вот так вот. И, соответственно, к нему кольцо. И получается у вас прямо... Я не могу его надеть, но у меня маленькое. Но вот у вас получается прям готовый такой вот сет. Часы... 657 артикул, $134. Кому нужно, забирайте часы стандартные. Мы просили часы с дополнительными звеньями, а нам прислали на запястье мое 16,5. Так что, кого интересуют такие часики, можете покупать. Девочка, их заказавшая, ждет свои подлиннее. Еще раз, $134, артикул 657. И насчет вот этого кольца, еще раз, это 693 артикул, $39. И я еще раз выясню, забирает ли его хозяйка. Если нет, и оно выйдет в продажу, его размер, девчонки, 17, но оно мало мерит. Это 16,5. Так что вот такая красотень. Вот такие розочки. Это у нас трипл лазурит кварц. Посередине сусальное золото. $59, 18 или 19 даже. Не, девчонки, 18 размер. С коричневыми ногтями не очень смотрится, но само по себе очень красивое кольцо. Красивые такие, интересные у нас. Здорово. $59. Далее. Девчонки, вот такое вот кольцо $49. С бирюзой в виде сердечка. Я хочу его тоже по скидке за $39.
Мне кажется, оно очень красивое для тех, кто любит сердечки. Просто женщины делятся на две категории. Те, кто украшения с сердечками на дух не переносит, и украшения с сердечками очень любит. И поэтому, соответственно, количество желающих такие кольца, это примерно половина тех, которые сердечки любят. Если я не ошибаюсь, мама моя, которая смотрит это видео, и она меня опровергнет или наоборот подтвердит, она украшения с сердечками терпеть не может. Насколько я помню, с моего детства. А я как-то не знаю. Я человек всеядный, мне нравится все абсолютно. Или почти все. Наверное, поэтому у меня и блог по украшениям. Я могу принимать любое, так сказать, любой стиль. Приемлю. И современный, и старинный, и викторианский, и восточный. $56. Да, я говорила, что у меня есть два кольца с лунниками. Вот это второе. Что-то мне казалось, что второе другого размера, но нет. Оно тоже 18. Лунники очень красивые. Одно время эти кольца, за ними просто очередь стояла. Настолько они были популярны. Вообще в призаказе сюда можно вставить опал лабораторный, тоже очень ярко получается. Бирюза, гранат, оникс черный. Это базовые камни в шаблюле. А и плюс всякие разные там интересные, которые уже есть. Например, кианит или лабрадор. Но это если есть наличие, как бы это у Кати надо спрашивать. Сердолик, по-моему, сюда тоже можно. Можно микс сделать. Всякие разные интересные вариации. О, кольцо, которое много таких колец из этой серии поцелуйчиков в шаблюле разной формы. Вот одна из, $47. У меня у подруги такое кольцо, она его еще в Магнолии покупала очень давно. 18 с хвостиком оно идет. Но оно не маломерит за счет своей формы. 18 с половиной, 18, 18 с четвертью. Будет как добавка к любому из серебряных украшений израильских. Такой, знаете, классический вариант заполнения. Кто любит много всяких серебряных колечек, это вот можно его миксовать с любыми украшениями. Сколько ты стоишь? А, это 23,59 артикул, $47 оно стоит. Девчонки, давайте сделаем на него скидку. Пусть оно стоит у нас сегодня $43. Что-то у меня такое настроение сегодня хорошее. $43. Так. Ты кто такой? Ага. Это кольцо. Интересная судьба у него. Его неоднократно уже откладывали. Притом кто-то, кому не доставалось, очень расстраивался. А тот, кому доставалось, почему-то его не выкупал в итоге. Бублик. Я его называю бейгале. У нас такие бублики продаются. Бейгале. И это натуральный гранат. Квадратный. Это когда-то у Кати я нашла в ее закромах. Я думаю, что заказать еще раз такое кольцо с натуральным гранатом, я даже и в сомнении, что у них есть. 23,88 артикул. $38 оно всего лишь стоит. 18 размер. Давайте проследим, какова его судьба. Ощущение, что он от меня просто не хочет уходить. Вот интересно, кто-то его сейчас купит. Цена ведь для граната вообще как бы израильское украшение, шаблюлевское, такое фундаментальное, толстенькое, много серебра, оно как бы, по-моему, не цена совсем. $38, артикул 23,88. Ну, давайте проследим, какова будет его история, этого колечка. Найдет ли он свою хозяйку или останется у нас. Так, вот такое богатейшее кольцо, оно опять же и по цене богатейшее, $178, как вы понимаете, потому что все золото.
по краям. На пайка 4. Давайте посмотрим. Сейчас. Да, там стоит клеймо. Оно и 14-каратное золото. Вот это вот все вокруг. Много-много золота. Поэтому и стоимость. Все, теперь рукой не дергаю, а даем возможность сфоткать, посмотреть, рассмотреть. 178 долларов. Можно на него, так сказать, чтобы не обидно ему было, давайте на него тоже сделаем скидку 9 долларов. Пусть оно стоит 169. Если кому-то это обогреет его сердце и поднимет настроение, то пусть так оно и будет. Если мы кого-то радуем, нам это тоже доставляет удовольствие. Я знаю многих девчонок у себя на канале, которые покупают у меня безумное количество украшений, а потом оказывается, что они их еще и дарят всем вокруг. Потому что добрые. И вокруг них тоже все радуются. Получается такой круговорот красоты в природе. Значит, девчонки, это кольцо... Когда-то Лена меня просила, Лена, ты знаешь, о ком я говорю, из Казахстана, набор, и она просила кольцо, чтобы было 17, по-моему, или 16, ну что-то такое. Это кольцо 18. И мы его пытались уменьшить, и пытались заказать. И каждый раз почему-то приходила на 18. И я уже плюнула на это дело, и вот так оно и есть. Это 54 доллара, это натуральный розовый кварц, очень хорошего премиального качества, граненый, 18 размер. Вот кому нужно, забирайте. Лене так и не сделали на 17, и камней, по-моему, больше нет, мне Катя говорила. Так что такое горе. Ну, не горе, конечно. С тех пор мы еще много красоты нашли, но как бы не судьба была. Так что это 18 размер. 54 доллара. Действительно, реально розовый кварц очень премиального классного качества. Через камеру оно менее красивое, оно вживую просто такого бархатного оттенка, нереального. Всегда, конечно, экран он украшение убивает. Многие мне говорят всегда, что когда получают украшения уже как бы и видят их лично, 99,9% людей удивляются, что украшения намного красивее, чем даже были видео. Но бывает, конечно, махонький, 0,1%, кому вдруг чего-то не нравится, но это очень редко бывает. В основном, наоборот, украшения в жизни радуют даже еще больше, чем на экране. Значит, это у нас триплекс, 48 долларов. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, Продесса. Это их... Какая шинка богатейшая, просто как все сделано. Если это Продесса, то тут будет буква П, ну, надо поискать, это не столь важно. Продесса — это шаблюлевская дочерняя коллекция, это они же делают. Это оникс, на нем сусальное золото и кварц, и большой еще размер. Оно, девчонки, 20,5, оно идет размер в размер, потому как шинка тонкая, и даже, может быть, еще и больше. Почему? Потому что сюда есть место, куда можно кожу спрятать, которая нам ворует от размера. Так, это наклеечка. Ну ладно, не будем это дело обдирать, потому как вот так это надо рассматривать. Наверное, наклейка с ценой была с той стороны, и не стерся клей. И розы такие. Очень красиво. Видите, тут каждая роза как бы вырастает из шинки. Видите, как бы проходит. Идет, и сверху розочка. Такие букетики. Еще большие такие размеры — это большая редкость. Обычно, если не заказывают девочки, то не делают или очень маленькие, или очень большие, только на заказ. 57 долларов у нас вот это кольцо, его тоже как-то
отобрали, и была маленькая, к сожалению, шикарная жемчужина. 47 сделаем на $10 меньше. Очень красивая. Надеюсь, найдется у хозяина. Девочка, которая его отбирала в прошлый раз, но в него не влезла. 18-18,5. Так. О, из серии, как я сказала, у меня есть два кольца. И вот второе. Второе как раз 18 размер. И вот такая, нет, не роза, а ромашка, что ли, какой-то цветочек. Вот так вот оно смотрится, это кольцо. Как я сказала, у них есть и версия с золотом сверху. Сколько ты стоишь? 61. Давайте на него тоже скидку в $10 сделаем. Пусть будет 51. Так. За $36 у нас есть с хризоколой вот такое колечко на 18 размер. Ну, такое скромненькое, простенькое, но камень натуральный, хризокола. Как вы знаете, элладский камень — это тоже хризокола. Но элладский камень уже не добывают, только какие-то залежи у мастеров есть, кто-то продает. А так, в принципе, вся хризокола сейчас идет африканская. Это медные руды, поэтому и зелененькие. $36. Вообще, я лично очень люблю хризоколу, и все, что с ней связано, очень мне импонирует этот камень. Так, девчонки, дерево жизни или семейное дерево, кто как это видит. Сейчас-то как-то особенно наши времена тяжелые актуально. Значит, смотрите, тоже на него сделаем скидку. 29.11 его артикул, 51. Давайте его тоже за $41, $10 скидку на него. 18 размер. Это тоже вот кто любит чисто серебряные украшения. Вот у вас есть такая возможность. Шаплюлевские украшения, они очень массивные. Они никогда не экономят на серебре. По скидке за $41, а так его стоимость 51. Далее, что у нас интересненького такого? Я сама, у меня такие пакетики, как бы непрозрачные, я вынимаю и сама с удовольствием, интересом рассматриваю, что же у меня есть. Черевницы. Так, 39. Черевницы — это просто был ювелирный магазин. Он и есть в Харькове. На, возле метро Советская, помню, обожала. Зимой зайдешь погреться, витринки посмотришь, слюни пропрешь и идешь в музучилище на Красношкольной набережной на уроки. Хотя потом начались конец 80-х, уже прилавки были абсолютно пустые, продавали блендомет и еще какую-то фигню. То есть вообще к ювелирке отношения никакого не имеющие. $39. Это у нас триплет лазурит. Сусальная и кварц. Какой-то размерчик. 18. Не знаю. Сейчас. Маловато мне на 18. А ну 18. Ну, девчонки, капельку мало мерит. Ну, может, граммочку. Все-таки 17,7, наверное. Ну, 17,8. Чтоб комфортнее лежало на руке. У меня там, на самом деле, мне не скучно было, потому что в 80... Я уже это рассказывала несколько лет назад, помню. Напротив музучилища нашего, на Красношкольной, это Московский проспект перпендикулярный, за Харьковским мостом, кто помнит, была золотая комиссионка. Она открылась в 80-х, первая и последняя на весь Харьков. И в ней были украшения частные, которые люди продавали. Я там впервые увидела серьги с бриллиантами за 15 тысяч рублей, при том, что у меня стипендия была сначала 30 рублей, потом 37 рублей.
80 какой-то год был, 87-й. 15 тысяч рублей. А потом, когда началась инфляция, купоны и вся эта фигня, то, конечно же, уже все свое золото оттуда позабирали. То, что не продал. Так что смотреть мне было нечего. Душу греть, так сказать. Но первые несколько лет, помню, ходила я туда. Это недалеко от моего дома было. Можно было так прогуляться. Как в музей посмотреть. Так, это у нас оникс, золото, кварц и, соответственно, $73. Но это кольцо такое крупное. Девчонки его заказывали, я помню, с друзой белой, агатовой. Красивенькая. 18-й. И $73, но оно очень массивное. То есть... Остались у меня еще букетики. Их было безумное количество. Многие забрали. Осталось у меня, сейчас их выйму и вам расскажу. Осталось у меня их 4 или 5. 4. Было, по-моему, 12. Значит, сейчас вам буду их по одному показывать. Они были все с разными камушками. Значит, сейчас посмотрим, что осталось. Они все по $72. Это иолит. Там, значит, должен быть апатит, аметист, иолит, цитрин, по-моему, остался. Были с белым топазом, с голубым топазом, с гранатами, с родолитом был. Ну, вообще, все, что осталось, это иолит, вот он. Они все, по-моему, 19 размера, если я не ошибаюсь. Нет, 18,5. И все по $72, значит, иолит. Очень красивый. Он более синий на экране, на самом деле он все-таки больше фиолетовый. Апатит. Вот он. Апатит. Так. Размер у всех одинаковый. Аметист. Видите, он сразу ярче по сравнению с иолитом. Это такой ярко-фиолетовый. И четвертое, наверное, цитрин. Сейчас я вам выйму, посмотрю и скажу точно. Да, и четвертое цитрин. Почему мне кажется, что оно 19 все-таки? Видите, оно 8,5 американский, это 18 и 3 четверти. Шаблюль делает только по американским размерам, не по миллиметрам. Получается 18,75. Вот такие 4 кольца, то, что осталось. Но если кто-то хочет заказать, еще раз, это может быть родолит, может быть, даже хромдиопсид иногда у них бывает. Ну, такие разные интересные штуки, но это надо спрашивать у Кати, что у нее в наличии на тот момент. Значит, девчонки, кто-то у меня попросил, я знаю даже кто, но на нем в итоге не подошло. Это птички. Очень красивое кольцо. Есть еще такие шишки с елкой. Но это птички, по-моему, 19 размер. $127, но это все птички 14-каратного золота. Мне очень нравится это кольцо. Сейчас их нет в каталоге. Это Продесса, потому как я уже объясняла, Шаблюль не хочет, чтобы в каталоге были украшения с золотом. Золото очень быстро дорожает, они не успевают расценять по новой весь свой сток. Все свое наличие. Поэтому, если вот я прошу что-то вот единичное, мне делают, расценяют, а так вот просто в каталоге они все сняли. Так что все золото можно только в плейлистах смотреть, там больше 500 или 800 даже видео по Шаблюлю за все эти годы, что мы здесь на канале с вами рассматриваем все это дело. Так что, кого интересует, $127, 19 размер.
Артикул не помню, но если вдруг надо будет, просто скиньте мне скрин, и я узор выясню его номер этого кольца для того, чтобы заказать, скажем, другой размер, если кому-то нужен. Но стоимость будет, наверное, уже дороже, потому что золото все время поднимается вверх. На данном этапе вот это кольцо 127. Значит, у меня есть несколько браслетов, которые я тоже хотела вам показать. Во-первых, есть браслет, который забирает девочка. Но я вам его все равно покажу. Может, кто-то захочет заказать. Вот такая красивая штука. $84. То есть он уже у нас в отложке. Но, тем не менее, если кому-то нужно, скиньте мне его фотку, и мы его закажем. Видите, как он красивенький. Такие бляшечки, штучки. Дальше в открытой продаже. По какой-либо причине невыкупленными осталось 3 браслета. Номер 1 за $70. Это у нас шишки. Шишки. И в качестве подарка я цепляю сюда за $10 страховочную цепь, которую можно снять и использовать в других украшениях. Вот видите, как это крепится вот здесь. Потом вы пристегиваете с этой стороны. И у вас получается браслет не теряется. Он у вас падает, если вдруг что, на страховочную цепочку. И в принципе очень удачно закрывается карабин очень легко. Но вы не боитесь потерять за счет страховочной цепи. Здесь у нас такие бляшечки и жемчужинки. Так, девчонки, уже 37 минут видео, пора уже закругляться. Значит, второй браслетик, маленький такой, аккуратненький, за $47. Вообще малышка такой. Тоже кто-то когда-то заказывал и не выкупил, видать. Сюда тоже я бы посоветовала все-таки страховочную цепочку. Потому как тоглы... Это их очень легко закрыть, но иногда бывают с ними неприятности. Видите, сколько в нем интересных металлических, в смысле серебряных деталек и натуральный жемчуг. И последний браслетик, который девочка заказала, и потом она еще какие-то украшения ждала. Потом она исчезла почему-то. В любом случае, если ты видишь это, смотришь это видео, Владлена, вот твой браслет. Если ты его захочешь выкупить, напиши мне срочно в личку. $90. Или мы его выставляем в продажу. Вот такой вот, видите, он жесткий. Есть у нас здесь удлинительная цепь, сердечки. И вот так оно вот у вас на руке довольно красиво смотрится. И ярко. Все, ребята, почти 40 минут видео. Всем пока. И, разумеется, помните, что впадая в уныние, вы только радуете своих врагов. Так что выше нос.